Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня здесь я с вами, Екатерина Мирошниченко, и сегодня с вами дизайн. Да, но напомню, что позавчера был эфир по классике с Юлией Донченко по моделированию, поэтому кто пропустил моделирование на ногтях, работала Юля флексибл гелями, было классическое моделирование, обязательно вернитесь в ленту, найдите эфир по моделированию и посмотрите. А сегодня у нас с вами дизайн. Да, еще во многих регионах холодно, у нас в том числе, и где-то лежит еще снег, но мы с вами все равно начинаем уже транслировать весну-лето. Это яркие, сочные, весенние-летние варианты дизайна. У нас очень много вышло новинок в честь этого. Что-то есть более сдержанное, мягкое, что-то очень яркое, блестящее, очень много декораций. Единственное, что еще нас ожидается, это шармиконы. Вот шармиконы еще у нас не вышли. Ну, так получилось. Я всех успокаиваю. Слушайте, говорю, ну только конец марта, все нормально. У нас еще только начало весны. Вот, поэтому шармиконы ждем с большим нетерпением. Они, правда, очень классные. И мне самой вот сейчас прям не хватает этих шармиконов. Ну, ничего. Сейчас столько всего классного нового вышло. Сейчас еще раз покажу, напомню. И покажу, что сегодня будем с вами делать. Итак, напомню насчет эфира по Flexible, что у нас наконец Flexible вышла в объеме 50 миллилитров, вот кто не в курсе, да, это классическая система, другая формула, не то, что вот у нас продавалось в течение 10 лет, это новая формула, сейчас пользуется бешеной популярностью, это не дешевый продукт, но он стоит своих денег. Все, кто пробовал работать классической системой Flexible, все сейчас требуют еще новых оттенков. Вот, сейчас Flexible вышел теперь в объеме 50 миллилитров, все 4 оттенка. Сейчас пока есть 4 оттенка. Эфир был у нас позавчера, в среду, поэтому обязательно найдите, посмотрите. Вот они, базовых 4 цвета. Это прям такой, знаете, теплый холодный беж, такой классический розовый и классический молочный. Прям я считаю, что этого вполне бывает достаточно. Так, конечно же, у нас роскошная новая коллекция гель-лака. Я ее уже неоднократно делала распаковку. Сейчас еще раз предлагаю вам открыть ее, посмотреть, что за красотулечка там у нас внутри. Я ради этой красотулечки себе купила новый чехол на телефон. И что же здесь у нас? Напомню, что красивая коробочка. Мы ее не выбрасываем. Она превращается у нас в подставку под наши гель-лаки. Внутри идет офигенный подарок для вас. Это вот такие именные стикеры Эми. Еще раз напомню, я ради этого купила новый чехол. Единственное, сейчас этот чехол одет на мой телефон, но я вам покажу старый мой чехол. Очень круто. Я вот тот чехол, который сейчас одет, заклеила полностью в стикеры. Также можно на компьютеры, на какие-то глянцевые поверхности моющиеся. Эти стикеры очень круто приклеиваются. Так, ну и понятно, что здесь у нас тут ложечки. Наклеечки, потому что наклеечки цветные, они идут только всегда у нас под сезонные коллекции. А сезонные коллекции выходят только 2 раза в год. Вот. И всегда они идут с большим объемом по количеству гель-лаков. Это 8 оттенков. Так выглядит новая коллекция. Здесь есть и яркие оттенки, есть более спокойные. Нельзя сказать, что все цвета кричащие, смотрите, но и нельзя сказать, что это пастельные оттенки. Это прям такая вот классика для весенне-летнего периода. Плюс я делала обзоры в эфира по трендам цвета, и я считаю, что просто идеальный подбор по цветам на этот сезон текущей весны, наступающий сезон лета, потому что все цвета просто великолепны с точки зрения тренда, да, то, что мы видели с вами в рамках показов высокой моды весна-лето 2024, и то, что сейчас, скорее всего, появится в масс-маркете. Понятно, что сейчас еще как таковой прям весна
весны и лета в большом количестве мы пока не наблюдаем в магазинах, но я так думаю, что уже к апрелю месяцу все это у нас появится. Вот. А сегодня мы с вами будем делать вот таких два варианта дизайна. Снова работаем с вами с каталогом. Он есть в электронном виде в продаже и есть вот такой живой. Живой классно, конечно, работать с клиентами. Так, сейчас я покажу два варианта дизайна. По ним вопросы прилетали, и я решила сегодня один из них, думаю, точно покажу. Сейчас покажу. Смотрите. Хотя вот здесь, видите, мастер-класс сделан. Вот, ну, я думаю, что нужно еще и эфир провести. Очень классный маникюр, потому что сейчас тренд на оранжевые персиковые ногти. Он будет все равно присутствовать, потому что цвет года персик по версии Pantone. И я еще одни хочу персиковые ногти показать. Это, так, это страница 48. Так, вот она. Страница 48, прям запоминайте. Страница 48. И есть еще один простой маникюр, но я считаю, в рамках тренда на персик его нужно показать. Он очень стильный, очень модный. Причем его можно сделать со стемпингом и персик классический, и взять неоновый. Будет по-разному смотреться, но одинаково хорошо выглядеть. Смотрите, чем вдохновлялись. Показ Филиппа Плейна 2024. Такой комбез офигенно модный. Очень сильно вдохновил на вот такой маникюр стильный. И поработаем цветами в виде градиента, потому что это моя любимая тема из этой коллекции, в сочетании с полупрозрачным гель-лаком, который создает обалденный эффект. Так, ну, поехали. А, новинки, давайте декорации еще раз хотя бы кратенько пробежимся. Еще напомню, что у нас красочки в наличии есть декоративные. Очень классные, 5 оттенков. Тоже я вам уже неоднократно показывала дизайны с этими декоративными красками, которые сделаны из камифубиков. Еще здесь очень хорошие такие подборки. Смотрите, эти какие вкусняшки. Я уже вот это все показывала вам неоднократно. Вот обязательно найдите в ленте эфира с этими красками. Много показывала в стиле таком русалочьем тренде. Я так думаю, что я еще буду возвращаться к этим краскам не один раз. Вот, всем рекомендую. Как такая дополнительная штучка к дизайнам. Причем дизайны можно делать такие прям примитивные, простые, без росписи. Вот, например, такой вариант. Вот этот вообще офигенный вариант. Смотрите, какие они простые могут быть. Так, это новинка. Ну и декорации. Все не буду сейчас декорации показывать. Так, по основным пробегусь. Что у нас? Так, вот эти цветочки. Обожаю. Тут даже встречается логотип Эми. Я уже ими работала. Делала много дизайнов с ними. Это слайдер у нас номер 133. Это слайдер номер 133. Дальше, конечно, вот эта фруктовая история. Я с ним еще не работала, с этим слайдером. Но я так думаю, еще все впереди. Очень много вышли слайдеры. Видите, история паттерна. Вот не вырезание отдельных каких-то элементов, а предполагается, что вот какой-то пастельный трендовый оттенок. Вы берете яркий трендовый оттенок и просто... заподлицо от кутикулы до свободного края приклеиваете. Это будет очень стильно, причем если вы еще сделаете длину маленькую, да, небольшая длина, это будет очень классно. Все время вот этот маникюр показываю из каталога. Видите, небольшая длина и слайдер-паттерн на все 5 пальчиков. Это, во-первых, быстро. Вот, и это будет стильно. Поэтому у нас таких слайдеров такого плана вышло много. Сейчас я покажу их.
Только хотела сказать, что у нас холодно, а мне стало жарко. Жутко. Прям не могу, как жарко. Всё. Я разделась. Вот видите, они все сделаны в виде паттерна, причем на белой подложке сами элементы, а вокруг все прозрачка. Поэтому позволяет приклеивать на любой фон, даже очень яркий. Но при этом рисунок классно читается и комфортно ложится. Очень комфортно ложится. Так, это я не сказала, какой номер. Это номер 131, Банановая Республика. Банановая Республика. Вот этот очень смешной. Его вообще точно рекомендую ни с чем не смешивать. Вот берете любой кусочек, сегмент вырезаете, тоже на короткие ногти, вот, без каких-то дополнительных элементов будет самое идеальное. Видите, вот просто фон няшечный, пастельный, яркий. То, что вот здесь девчонки делали, с шармиконами, со стемпингом. Ну, мне кажется, лишнее прям. Вот этот слайдер, он прям самодостаточный. Смотрите, это «Яркая жизнь», номер 130. Вот. Ну, это малая часть слайдеров. Это малая часть. Ну, давайте еще вот этот покажу. Номер 132. Я со многими уже начала работать. Показывала вам эфиры. Вот этот вариант я вам показывала уже дизайна с номером 132, вальс цветов. Так, ну а сегодня мы с вами работаем вот с этим слайдером. Я с ним не работала, это 124 Восток. Очень он мне нравится, прям вот обожаю его. Он идеально подходит, во-первых, под градиент из коллекции гель-лаков. Плюс там же есть вот этот обалденный цвет полупрозрачный. Смотрите, какой он эффект создает глубины. И как вот эта тема Востока хорошо ложится. Так, ну а мы с вами делаем первый вариант вот такой. Немножко замороченный дизайн, поэтому я его хочу последовательно показать, уже отталкиваясь от него. Так, и вот такой вот вариант прикольный. Тоже с персиком. Так, ну поехали. Значит, так. Всем добрый день. Я после долгожданного отпуска, который у меня длился 9 дней, вернулась. Обязательно приходите на мою страницу, посмотрите сторис с моего отпуска. Я была в очень необычном месте. Это вообще что-то, не знаю, я такого ни в жизни не видела. Я не знаю, что такое даже существует. Обязательно посмотрите, где я была. Так, номер 447. Это яркий неоновый цвет, который выходил у нас в том году. 4 оттенка. Мы пополняли коллекцию наших неоновых цветов. И выпустили 4 оттенка обалденных. И среди них был вот такой вот персиково-оранжевый. Вот кладем его в районе кутикулы неровно. Сушим. Теперь дублируем это место теклосом. Саша! Слушай, а Юля выложила сторис в мой личный аккаунт ВКонтакте? Да, выкладывала. Выкладывала? Обязательно зайдите на мой личный аккаунт здесь ВКонтакте. Прям вдохновитесь очень. Кому сейчас весны и лета не хватает, у кого еще холодно. Так, теклос нанесли только на зону оранжевую. И берете любой полупрозрачный эффект, пигмент с эффектом. Сейчас сделаем небольшую втирочку. И нам из коллекции новой
Мы уже берем прям классический персик 469 и 474. Как я уже говорила, 469 это цвет года. Я когда колеровала, постаралась сделать максимально вот то, что транслирует институт Pantone, и то, что мы видим на показах. На показах персика тоже, кстати, очень много, на удивление. И оказалось, ну, для меня это большим тоже удивлением было, очень много лаванды. Очень много лаванды. Вот прям тотал лаванда, это прям топчик. Нам как раз эти два цвета потом понадобятся. Так, ну для начала мы сделаем здесь небольшой кусочек втирочки с вами. Сделали. Теперь берем вот эти два оттенка. И чуть-чуть перемешиваем между собой. Сейчас можно взять кисточку. Сделали. Сушим. И сейчас берем Prime Top, потому что нам нужно избавиться от дисперсии, чтобы отпечатать золотую фольгу. И заодно нам нужно еще поверхность сделать для стемпинга комфортную. Вот, поэтому, чтобы убить двух зайцев сразу, я беру не Teclos, а я беру Prime Top. Хотя можно взять Teclos, зашлифовать его, и будет тоже хорошая поверхность. Раз выравниваем. Сначала мы сделаем поэтапно стемпинг и все это завершим с фольгой. Так, ну, я проверяла, смотрите, достаточно 1 минуты просушить прайм, и тогда фольга не будет прилипать к поверхности. Тогда фольга не будет прилипать к поверхности. Да, у нас также одна из новинок, напомню, это Multiple Design Gel. Я его еще называю клей, потому что это реально прям клей, который сохнет также на воздухе, как обычный клей. Поэтому, соответственно, эксплуатировать банку с Multiple гелем нужно как клей. То бишь, открыли быстренько, достали, тут же закрыли. Рекомендую даже фольгу не срывать. Оставляйте фольгу. А чем хорош Multiple гель? По счету это уже третий продукт, который мы выпускаем за 12 лет для фольги. Чтобы знать, я фольгу очень люблю, и периодически мы создаем какие-то продукты для отпечатывания фольги. В этот раз создавали продукт, который позволил бы отпечатать любой рисунок с пластины в технике стемпинг. Это было очень сложно сделать, на это ушло много времени. Вот, ну, я считаю, что получился достойный продукт. Нельзя сказать, что прям идеалити, но 15-30 секунд прям вполне фольга отпечатывается офигенно. Его уже нет на сайте Vemishop. Ну, возможно, пополнят. Но он будет. Мы сейчас будем его держать постоянно в ассортименте, потому что я сама готова есть этот гель на завтрак, обед и ужин. Работать хочу только с ним. Мне постоянно хочется и стемпинг с фольгой, и какие-то футуристичные элементы отпечатывать. В общем, да, он классный. Возможно, появится в ближайшее время. Это может быть просто временно. Так, пластину ищем. Пластин много классных появилось. И морская, и вот такая флора. Так, и как раз вот такая сборная солянка. Тут вот абстракции. Саша! А позвони Лене Смирновой. Узнай, когда будет на Эми Шоп. Или в отдел продукта.
Мультипл гель. Его на Эмишоп нету. Сейчас узнаем, когда будет. Что-то может быть просто временно нету, а может быть и на складе нет. Так, берем два номера лака для стемпинга. Это номер 8 и номер 11. Сейчас, где мой скраппер, господи. Ладно, возьмем вот этот маленький. И сейчас мы с вами вот так вот хаотично сделали. Отпечатали. Так, и можно сейчас взять жидкость для снятия. И вот так чуть-чуть почистить. Все, теперь берем чуть-чуть мультипл геля. Прям вот столько, сколько нужно. Достали, крышку закрыли. Я фольгу, кстати, оборвала. Я пожалела, что я фольгу оборвала. Лучше не обрывать. Прям рекомендую. Выкладываете куда-нибудь на палитрочку. И чем хорош мультипл гель? Можно делать абсолютно любой объем. Он классно высыхает. До 30 секунд. Ну, лампу нужно смотреть. Возможно, лампа сильно мощная, там и 15 секунд. Пока что планируется 31 марта будет поставка на Эмишоп мультипл геля. Вот, поэтому, кто не успел купить, просто это временно, возможно, знаете, не разлили. Сейчас разольют. И пополнят склад на Эмишоп. Кисть обязательно мойте, потому что, я же говорю, это вот реально клей. Если кисть, я вот уже ржала себя много раз, знаете, брошу кисточку, на следующий день прихожу, а она у меня дубовая. Но она, в принципе, хорошо в жидкости потом для снятия промывается, но так лучше, конечно, не делать. Вот, поэтому я просто жидкостью, клинсером промываю, и все. Чтоб не было на ней. Так, все, берем финишем, перекрываем. Здесь я предлагаю сделать глянец, чтобы фольга блестела, чтобы блестел пигмент на нашем ярком гель-лаке. Покрыли. А рисунок давайте сделаем матовым. Будет очень интересное сочетание. Тяну, как получается. Все. Еще раз напомню, мы сейчас с вами работали с гель-лаками из новой коллекции 74-69. Взяли неоновый гель-лак сюда, 47-й. Использовали также персиковый стемпинг и лавандовый. Что? Стемпинг. Ну и получается вот такой вот прикольный вариант дизайна для любителей персиковых ногтей. Делали мы с вами это из каталога, страница 48, если не ошибаюсь. Так, где он тут этот? Вот, нет, маникюр.
Это страничка 48. Так, давайте теперь сделаем более такой молодежный прям, да, для таких спортиков, кто на спорте, любит такой спорт шик, спорт, да, смотрите, какой прикольный маникюр. Для этого мы снова берем персик. Еще раз напомню, персиковый цвет – это цвет года по версии Института Пантон. Хотя модные дома считают, что нет. Модные цвета года – это будут оттенки зеленого. И даже мы включили в коллекцию аж два зеленых оттенка. Это вот, кстати, первый выбор мой. Я уже себе на ноги вот этот зеленый нанесла. Это самый топчик будет. Самый-самый модный. Наравне с персиковым, наверное. Вот, единственное, что я еще вещи не искала этого оттенка. Вот мне хочется лаванду купить. Вот такой вот лаймовый зеленый в гардероб себе добавить. И еще вот у меня, и, конечно, по цветотипу мне вот такой 472 не подходит в одежде. Хотя маникюр я часто такой ношу. Вот, но я посмотрела коллекцию Валентина, показ, и там были платья в пол, всевозможные круизные, такие, знаете, в стиле в сафари, в стиле в греческом. Короче, мне так понравилось, я хочу попробовать, несмотря на то, что это не мой цветотип, купить себе платье вот такого цвета, 472-го. В общем, рекомендую пройтись по магазинам. Сейчас еще рано, но вот в апреле... обратить на эту гамму, потому что гамму я брала также с высокой моды, с показов. Я-то буду сейчас озабочена поисками цветов. Вот, но уже работаю с 472-м, 474-й. Вот хочу спилить потом Александра Маквин. Кстати, как вам мой маникюр? Он у меня шикарно простоял, хотя я лазила по горам, висела на скалах с этим маникюром. Вся группа удивлялась, что у меня ногти целые. Не треснул ни один ноготь. Так, ладно. Итак, персик. По версии Института Пантон. Персик. Ну, персик это такая, знаете, база весенне-летняя. Вот. Ну, мы постарались сделать максимально модный оттенок этого персика. Правильный. Чтобы он прям подпадал под категорию модного цвета. Все, покрыли его. Вы, возможно, захотите просто обезжирить. Я перед стемпингом наношу всегда Теклос упорно, потому что мне так комфортнее. И предлагаю использовать из новой коллекции неоновых лаков для стемпинга. Номера, кстати, запишите. 14, 15, 16, 17, 18. Это новые номера вышли. И мы как раз... сейчас посмотрим, как выглядит прикольно, когда все в одной гамме сделан дизайн. Видите? Фон персиковый, стемпинг неоновый персиковый. Очень необычное сочетание. Теклос наносить не обязательно. Это чисто, ну, мое предпочтение. Неоновый стемпинг очень классный, девчонки. Так, такой плотный, непрозрачный. Прям очень достойные цвета. Я на той неделе делала обзор, кстати, по стемпингу. Кто пропустил, обязательно посмотрите. Подскажите, когда появится в продаже гель для стемпинга прозрачный? А вот я только что сказала, что Multiple Design гель, он был на Amy Shop у дистрибьюторов, но сейчас, видимо, закончился. Я сейчас узнала у менеджеров. Скорее всего, где-то с 30-31 марта будет снова на сайте. Вот поставьте себе напоминание в календаре. Потому что, правда, классный продукт, он очень быстро закончился. Он был в продаже, получается, где-то 4 недели и весь закончился. Это сейчас новую партию льют. Я, кстати, люблю ставить себе напоминания в календаре. У меня звонки звенят. Ой, ой, где скрапер? Батюшки, ты где? Только у меня так бывает. Так, конечно, нельзя.
Очень прикольное сочетание, когда идет спокойный персиковый оттенок, а рисунок, смотрите, неоновый. Очень прикольно. И потом можно взять, добавить, видите, какой-нибудь текст со словами. Ну, так как шармиконы у нас еще не вышли, а шармиконы ожидаются очень классные, я пока наклею из предыдущей коллекции «Осень-зима». Они тут тоже здоровские. Напомню, видите, сколько всего мелкого. И вот видите, буквально текст добавили, и все, больше ничего не нужно. И классно вот этот дизайн еще в матовом. Очень стильно, минималистично достаточно. Потому что цвет уже на себя берет много, и нет смысла такое перегружать. Этот гель-палочка-выручалочка очень нравится. Так, ну это, наверное, Ольга говорит за Multiple Design гель. Да, офигенный просто. Я показываю, смотрите. Это вот типсы с курса для Amy Art. Вы знаете, что у меня есть клуб Amy Art, где я очень много дизайнов записываю вместе с Анной Гришенковой. Это вот я записывала для курса. Смотрите, какие штуки можно делать. Что-то вот такого плана. Просто даже литье классно. Но самое вкусненькое и ради чего покупают сейчас Multiple, это стемпинг. Стемпинг. Я считаю, что очень достойный результат для стемпинга. Потому что продукт наносится таким тонким слоем, что не на каждый продукт вы отпечатаете фольгу. А Multiple, у него такая клеевая основа. Посмотрите, какой мелкий рисунок отпечатывается. И просушка. Вот 15 секунд для стемпинга уже достаточно. Где найти этот курс в Amy Art? Так, этот курс был открыт в январе либо в феврале. Ну, это вот недавно было. Если вы в клубе в Amy Art, можете в группе написать, вам кураторы подскажут, где конкретно. Либо просто сами зайдите, где курсы новинки, новые именно курсы записываются. И посмотрите, январь, февраль, откройте. Январь, февраль, где-то из этих. Там просто она же сборная солянка, потому что вот в этом курсе, где я делала вот эти дизайны, Аня Гришенкова с текстоном работала, там много разных вариантов было. Вот. Возможно, вы просто не досмотрели до конца уроки и конкретно вот эти типсы пропустили. Так, ну вот так вот выглядит тема, вот такая, да, видите, у нас сегодня такое, знаете, ода оранжевым персиковым цветам, смотрите, как здорово. Так, ну и моя любовь, мне очень нравится работать вот с этой коллекцией новой, в градиенте. Это новая коллекция. И вот с этим слайдером. Прям вот, ну ничего не могу с собой сделать. Ну так мне нравится. Так, делаем градиентик. Так, шармиконы, по идее, должны прилететь у нас на следующей неделе. Сроки сдвигаются, потому что я уже много раз говорила, мы шармиконы не производим в России. Это страна, которая нас ввела под санкции, грубо говоря, и там окольными путями сейчас завозим этот продукт, и уходит очень много времени на транспорт. Поэтому шармиконы теперь, ой, у нас, видите, выходят с запозданием всегда, с большим. Так, предлагаю смешать мое самое любимое сочетание. Это 475, конечно, и снова лаванда. Видите, я себе уже готовлю. Это первые два цвета, которые будут на моей левой руке. И нам понадобится третий оттенок, который я рекомендую добавлять во все градиенты. Тем более градиент сейчас в одежде будет в тренде. Опять его очень много в одежде. И смотрите, какой этот гель-лак придает мерцающий красивый эффект, за счет которого можно снивелировать недостатки градиента. Поэтому при желании градиент можно сделать в один слой, перекрыть этой красивой блестяшечкой 471, и получается офигенно.
Катя, подскажите, пожалуйста, будет ли эфир с верхними формами и новыми красками? Ой, да, нужно провести обязательно, тоже считаю. Мне уже девчонки говорили, нужно Настю Челюбееву попросить, чтобы она для нас эфир здесь сделала. А, Юля! Слушай, а попросишь СММ Иру с Настей Челюбеевой договориться, чтобы она нам эфир сделала с верхними формами и с новыми красками? Да, вот эти камефубики. Nail Dress перламутр 126 появится? Нет, девочки, не появится. Прикиньте, производитель подвел очень сильно. Он смог произвести образцы, которые мы производили, наверное, штук 8 тестовых вариантов. И в тестовом варианте получилось произвести, а когда начали производить партию, они не смогли повторить этот эффект. Представляете? Я сама в расстройствах. Потому что очень долго пытались вот этот эффект передать. Так, ладно. Да, мне тоже жаль. Ну, что делать? Так, ладно, поехали. Моя любовь. Как же мне нравится этот гель-лак. Вы себе даже не представляете. У меня же, знаете, это на зубах скрипит. Как вот, когда ты лайм кислый ешь или лимон. Я вижу этот цвет, мне сразу хочется фруктов кушать. Цитрусовых. Какой же он вкусненький. Самое главное, модненький. Так, сейчас предлагаю, опять же, градиент постараться сделать в один слой, так как я потом в конце снивелирую все недостатки гелем 471, гель-лаком вернее. Сейчас еще раз покажу, как работать 471-м гель-лаком, потому что все, когда блестки видят, сразу: «О, Господи, Боже мой, он не ляжет!» Я говорю, просто не умейте им работать. Он офигенно ложится, как скульптура моделирующая. Классно выравнивается. В тонкий слой дает вот этот офигенный вкусный эффект мерцания. Я давно хотела такой гель-лак, чтобы он был полупрозрачный, нейтральный, чисто для спецэффектов. Потому что не всегда есть время втирать, втирку наносить. Под нее наносить. Так, что-то у меня фиолетовый перемешался сильно. Сейчас я, наверное, фиолетовый еще раз отдельно нанесу. Так, сушим. Так, пока сохнет, показываю, как работать 471 гель-лаком. Во-первых, с ним офигенно делать просто нейтральное покрытие, даже если не было камуфляжа. Он все равно скроет линию гипонихия, несмотря на то, что это прозрачный гель-лак. Сейчас, где эти ногти? Мы на модели наращивали ногти прозрачным гелем. И я покрывала такой тонкий моделирующий слой этот гель-лак. Он очень хорошо нивелирует. При этом видно, что покрытие прозрачное. Здесь, правда, фигура видно на печати. Видно, что покрытие прозрачное, но при этом очень плотно лежит цвет гель-лака. Поэтому первый способ нанесения — это когда вы берете много и как базу для моделирования прям выкладываете. Вот прям накладываете и пошли вот такими мягкими движениями. Не давите на кисточку, а вот так начинаете аккуратненько стаскивать моделирующими движениями. Он очень хорошо самовыравнивается. Только на кисточку не давите. Прям чтобы вот такими мягкими движениями. Все, он очень хорошо моделируется, если нужно. Можно подержать вот так его. Если нужно, там сцентровать. Либо взять тонкую кисточку, подправить. Вот сейчас, если сбоку показать, смотрите, видите, как хорошо
тонут блестки, несмотря на то, что они такие густые, и он же пастозный. Вы должны понимать, что такая концентрация блесток делает гель-лак пастозным, и это нормально. Вот, а я вам предлагаю использовать для градиента еще этот гель-лак. Сейчас я сиреневый отдельно положу. Я вам предлагаю для градиента. Для градиента вы берете прям чуть-чуть и прям втирающими движениями размазываете. А я разбавила 471 цвет топом. Не, ну можно разбавить, но тогда концентрация блесток низкая. И чтобы сделать вот такое плотное нанесение блесток, как в аквариуме, уже не получится. Либо вам нужно будет в 35 слоев это все наносить. А здесь вы можете в один слой за один раз нанести нужную плотность цвета блесток. Все. А так как для градиента мне как раз не хочется много. Смотрите, я вот такими прям втирающими движениями. Видите, кисть держу перпендикулярно, прям размазываю. Потому что здесь в составе идут и крупные диски, да? Такие камефубики. И в составе также идут хлопья. И вот эти хлопья, они дают, видите, очень красивый такой вот эффект. Вот размазали прям тоненько. Сушим, видите, и тогда градиент не нужно несколько слоев накладывать. Он дает такой очень мягкий, красивый, благородный, мерцающий эффект. Смотрите, как классно. И там и диски. И слюда хлопьями. Очень красиво. Мне нравится его накладывать, этот гель-лак, вот именно моделирующим слоем. Понимаете? Не надо 35 раз наносить. Вы берете и сразу в один слой выкладываете по одному слою. Не надо в два слоя. Смотрите, оно все гладенькое. Это вот не покрыто ничем. Понятно, что можно потом еще взять в конце прайм тот же, любой финиш, который можно моделировать, выровнять поверхность еще дополнительно топом. Но если нанести правильно, смотрите, как кайфово. И получается такой, знаете, красивый эффект аквариума. Но не хотите так им работать, пожалуйста, берите тонко-тонко, размазывайте, вот как я размазывала сейчас. Тоже дает очень красивый вкусный эффект. Так, теперь наклеечки мои любименькие сейчас мы приклеим. Для этого нужно взять топ-слайдер. Ой, под матовым топом, я уверена, очень красиво будет смотреться. Вот даже можно было еще тоньше нанести. Видите, можно было еще меньше прям размазать. Поэтому в этом случае прям тонко-тонко, втирающим движением. Можно кисточку прям взять какую-нибудь овальную, другую. Потому что здесь такая большая концентрация, там буквально чуть-чуть нужно размазать, чтобы появился такой красивый мерцающий эффект, как после втирки. Вчера сделала себе из этой коллекции лаванду и растяжку этим блестящим до середины. Кайфую от мерцания весь день сегодня. Слушайте, точно! Это офигенно. Надо будет как-нибудь сделать дизайн тоже, когда вот здесь блестки идут, переходящие в эмаль. Не знаю, я бы его, конечно, не разбавляла. Вот, ну тут уже на ваше усмотрение. Я специально его сделала таким густющим. Есть, конечно, мне пишут, жалуются, что он такой густой. Я говорю, а как вы хотели такую концентрацию блесток я насыпала? Конечно, он будет густой. Так, берем вот эти вкусняшки красивые. Боже, какие же они красивые все. Прям ну так мне нравится этот слайдер, ничего не могу поделать. Эти кувшинки с этими блестящими элементами фольги, которые сделаны по новой технологии. Вы знаете, мы сейчас всю фольгу, которая есть в слайдерах, заливаем смолой. Сейчас единственное, что вот осенью я сделала в такой технологии. Это лето. Вот, на следующую осень я посмотрю, как будет обратная связь. Если всем нравится вот этот эффект, когда фольга залита смолой, то мы продолжим в этой технологии выпускать слайдеры. Вот.
Но мне очень нравится такая техника. Иногда может мешать, потому что там же смола, она дает толщину. Вот, там нужно просто смотреть, куда вы приклеиваете этот слайдер, чтобы вот эта фольга с кусочком смолы. Вот, красавчик. Так, иероглифы золотые. Так, обязательно ультрабонд. Кувшинки в голом маникюре огонь. Да, если делать в технике голого маникюра, тоже кайф. Согласна. Кто пропустил эфир по головому маникюру, обязательно посмотрите. Очень интересный эфир был. Сейчас новый тренд. Для любителей особенно минимализма. Все, смотрите, Prime, его, в принципе, наносишь, а он просто идеально выравнивает поверхность. У слайдеров, у блесток, вот даже моделировать не нужно. Вот он просто ложится, заполняет неровности и выравнивается. Очень люблю Prime. Так. Ну, вот такой вот маникюр. Всем большое спасибо за внимание. Вот, всем хорошего настроения. Впереди у нас выходные. Я только с отпуска приехала, и уже у меня выходные. Почему так мало серебра? Почему так мало серебра? Серебро, оно обладает свойством, вот золото отражает в себе свет солнечных лучей, помещения, и хорошо видно. А серебро, особенно в очень тонких линиях, не всегда как так хорошо видно. Поэтому зачастую очень часто много в декорациях используют именно золото, а не серебро. Хотя, например, вот сейчас шармиконы выйдут, там будет очень много серебра. И вот осень, которая тоже скоро будет, ну как, для меня это, у нас уже осень, гель-лаки, декорация уже все готова на следующую осень, 25. Вот там будет очень много серебра. Так, почему-то на некоторых оттенках Prime плывет. Ну, такое может быть. Это, знаете, это зависит от дисперсии цветных гель-лаков. Но если взять базовый ассортимент Amy, ну, я так что-то не встречала. Может, какие-то старые коллекции. Ну, просто обезжирьте поверхность и перекройте тогда финишем. Да, просто снимаете дисперсию, и будет все отлично. Клиенты просят серебро. Я тоже сама люблю золото. Серебро вот как-то оно так не читается. Хотя я же говорю, осень, которая у нас будет, осень-зима 24-25, там очень много в этот раз будет серебра. Удивитесь. Вот. Потому что, ну, там такие элементы, они именно в серебре нужны. Все, всем большое спасибо за эфир. Еще раз посмотрите обязательно эфир по моделированию классическому, который был позавчера с Юлей Донченко, с Flexible гелями. Всем пока-пока.